Послание Отца Абсолюта от 6 июля 2021 года. Эмоциональная передозировка. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодняшнее мое послание явится неким предупреждением тем из вас, кто еще не сумел обуздать желание спасать всех людей, попадающихся на их пути, яростно отстаивая свои убеждения и пытаясь силой навязать свое видение мира. Конечно, я имею в виду тех людей, которые понимают, что на самом деле происходит сейчас на Земле, и, пытаясь донести эти знания до окружающих, порой переходят дозволенные границы. Вам давалось мной уже целая серия посланий о том, как бережно, осторожно и мудро следует доносить до непосвященных людей новые для них знания, особенно когда речь идет о страшных и бесчеловечных деяниях мировой верхушки. Но я вижу, что сейчас активизировались и выходят в медийное пространство многие светлые и чистые души, которые осознают свое истинное предназначение и пытаются искренне помочь людям очнуться от морока и избежать страшных ошибок, ведущих к необратимым последствиям. Их намерения действительно чисты и светлы, но мало кому удается донести до людей нужные им знания без перекосов, без излишнего давления и эмоциональной передозировки. Конечно, у каждого из вас свой собственный жизненный опыт, багаж знаний, образование, эрудиция, литературные либо ораторские способности. И каждый преподносит их в своем собственном неповторимом стиле. Но сейчас речь идет не об этом, а об энергетической наполненности того, что вы пытаетесь донести людям. Порой человек начинает свой рассказ в спокойном размеренном темпе, аккуратно выстраивая логические цепочки, тщательно подбирая выражения и отслеживая каждое свое слово. Но часто, по мере того, как он углубляется в тему, пытаясь объять необъятное, он теряет свой первоначальный гармоничный настрой и старается возместить стилистический сбой эмоциональным накалом. Наверное, многие из вас замечали, как меняется тон человека по мере его углубления в тему. Его голос становится громким, властным, давлеющим. Он уже не рассказывает, а вещает, не делится с вами своим опытом, а учит вас жить, не высказывает свое мнение, а навязывает вам его. И по мере того, как это происходит, меняется энергетика самого человека и подаваемая им информация. Почему это происходит? Прежде всего потому, что эго этого человека отодвигает в сторону его душу, а оно, как вы уже знаете, не знает границ. Подавление другого человека является основным жизненным принципом любого эго. И душе трудно конкурировать с ним, поскольку эго находится на своей территории, в трехмерном мире, а душа в более высоких измерениях. Пока мало кому удается равновесить свое эго и душу таким образом, чтобы они гармонично сочетались друг с другом и проявляли себя на физическом плане на высшее благо всех. Поэтому единственный совет, который мне хочется дать вам сегодня – отслеживайте свое энергетическое состояние каждый раз, когда вы начинаете с кем-то говорить, и уж тем более, если вам довелось доносить полученные вами знания на большую аудиторию, будь то выступление в зале, либо через виртуальное пространство интернета. Очень важно уловить тот момент, когда ваша вибрация начинает падать, а происходит это тогда, когда вы теряете чувство меры, и бразды правления берет в свои руки уже ваше эго, а не душа. Поверьте, родные мои, это чрезвычайно важно не только для вас самих, но и для ваших слушателей. Настраиваясь на одну с вами волну, они невольно следуют за вашими вибрациями, и падение вашей собственной энергетики ведет к снижению вибраций всех людей, пребывающих в вашем энергетическом пространстве, независимо от того, присутствуют ли они рядом с вами, либо слушают ваше выступление, находясь в самых разных частях света. Всегда помните о том, что, выходя в медийное пространство, вы несете ответственность не только за себя, но и за тех, кто вам поверил и пошел за вами.
На этом остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.